Торопись. Что, доброе время суток всем, дорогие друзья. С вами Каспер, с вами Киберарена, Нави, Фнатик тоже с вами. И у нас трансляция игры, как я уже выше упомянул, Нави, Фнатик. Да, кэп не дремлет. И первую карту выиграли Нави со счетом 16-8, кажется. Да, что-то так. Блин, я не помню счет, слушайте. Но первую карту Нави выиграли, это я точно помню. И, блин, карта Демираж. Демираж, видоизмененная, CPL Strike и Нави в дефенсе. Нави в дефенсе, где у нас Зевс? Вот. Зевс, да, Зевс сейчас будет принимать вот выход, да, на точку А это или Б, это у нас точка А, скорее всего. Да, посмотрите, Зевс все-таки сделал один минус, пока что размен один в один. Залетает, блин, он просто не знает, куда деваться. В дыму буквально еле-еле рассмотрел модельки. Кажется, даже кому-то мог и залить. Хотя юшки я вроде бы не видел. Тут Карн, 37 голосов, ковра. Кукс, минус, нужно добивать Карна. Хорошо, Зевс убивает все-таки Карна. Еще минус от Зевса, потрясающая игра. Остается Гитра, 97 хп и забирают Гитра. Это Старикс. Хорош. Первый раунд за Нави. На, Зевс отлично сыграл, Зевс не растерялся, отвесил точнее убил Карна, отвесил хедшот следующему своему врагу, просто отлично это все сделал, в наилучшем виде, и все нормально, раздефузили пакет, 1-0, Нави ведут, и Кольт сразу же, ой, муха есть у кого-то, Марик сейчас будет с мухобойки стрелять, ну посмотрим, что он тут будет нам демонстрировать. Да, вот быстро этот пропрыг, есть такая тема. Куда идут Фнатик? Фнатик идут так же, как и в прошлый раз. Два по коврам буду назвать. Или по коридорам. Да, буду называть коридор, а ковры буду назвать на точке Б. Так, понятно, Маркелов там. Забирают у нас Зевс, только два минуса сделал. Небольшая такая неприятность. Слушайте, да, нужно как-то уже спешить. Марик тут с мухой врывается. Главное, чтобы Марик еще не погиб. Нужно ему нанести свою порцию урона. Он тоже это должен прекрасно понимать. Вот. Ну. Блин, я не знаю. Подсадочку делают очень интересно. Тут у нас делюшит Сака. Да, вот есть закуп у команды. Фнатик бомба уже очень сильно пищит. Точнее, уже скоро будет очень сильно пищать. Вылетает Маркелов. Забирает Форест нашего. Сразу серия разменов. Промахивается Марик. Вешает хедшот с USP. Еще нужно добивать. Нет, Делюшин его перестреливает. 45 хелсов остается у ДСНа. И Фнатик берут свой эко. 1-1. Смотрите, какое напряжение это. А у нас с самого начала встречи. Да, если в прошлой игре во второй половине Нави взяли свой эко-раунд, то сейчас ДСН тоже показал, что он не пальцем деланный и что он тоже может тащить. И вот на своем таком плохо бае. Ой, проскакивает Ашил ТВ. Мы видим серию минусов. И здесь остаются двое всего лишь, Тарикс и Маркелов. Где они? Ну все, они погибли. Они погибли, я даже толком ничего не успел посмотреть. Но по сути это 2-1 становится счет. Нави, точнее Фнатик уже вышли вперед. Блин, так непривычно видеть все эти закругленные вот маршруты, закругленные стены. Обычно в КСе, да, мапмейкеры всегда там квадратное все делают для упрощения, наверное. А тут все такое кругленькое, забавное. Так, ладно. Что у нас по деньгам? По деньгам есть гранаты у Марика, это так точно. А что у него за автомат? Нет, нету автомата, все, эко-раунд у команды Нави. Вчетвером они, впятером точнее, уходят они в направлении точки А. И... Так. Мне интересно вообще, сколько человек там смотрит. О, нормально человеков смотрит. Не так много, но нормально. Нас где-то человек, думаю, 700 с копеечками сейчас на стриме, потому что все остальные смотрят Asus. Но они не знают, что есть такая кнопка чудесная. Ох ты, ё-моё! Просто Старикс поздоровался с Гуксом, отправил ему пламенный привет в виде пули с дигла. Блин, просто поставил. Просто поставил, и сейчас, да уж... Бомба уже начинает сильно пищать. Еще есть минус от Зевса. Втроем остаются Фнатики. Но бомбу уже не выбить. Нужно как-то постараться где-то отжать автомат. Да, вот отжали вроде бы автомат. Вот нужно забирать его. Да, сейчас Зевс заберет автомат и должен убегать. Все, пока он убегает, я опять вот так вот сделаю быстренько.
Так, говорят, Ашл ТВ смотрят 3К. Да, да, Ашл ТВ сейчас смотрит достаточно много народа. Нави Фнатик очень интересный матч. По крайней мере, первая игра тоже была достаточно интересная. Там Нави тащили по полной программе. Нет, не 16-8 выиграли Нави. Нави выиграли 16... Блин, не помню счет, правда, не помню счет. Но там дофига было раундов. Или 16-8. Ладно. Черт с ним. Черт с ним. Сделай счет в CS. 3-1 сделай счет в CS. Говорят, нет, 16-8 все-таки. Ну, хорошо. Есть стрим Нави. Да, я тебя могу обрадовать, человек. Есть стрим Нави. Да, я знаю, что он меня не слышит, но он есть. Напишите ему, что он ни о чем. И что стрим есть. Ох, ой-ой-ой, прошив. Это был прошив от DSN, кажется. Я, насколько понял, все именно так. Врывается на точку Б. Команда Fnatic сразу же ставит пакет. Старик, Старик, где он? Старик-ста. Старикс, Старикс, вот он, два минуса от Старикса, вот только хотел я его включить и, ну, блин, ну смотрите, 4 в 3, в меньшинстве Фнатики, наверное, включу я Гитрайта, он сейчас на такой, на хорошей позиции. Залетает флешка, хорошо, Гитрайт просто слепой, только что был, нужно посмотреть обязательно налево. Да, Сеня посмотрел налево, вот правило перехода через дорогу, смотрим налево, смотрим направо. Бомба уже начинает опять очень сильно пищать, и смотрите, что творит Карн и ДСН, боже. Опять творят они просто чудеса, эти два парня. Да уж, да, неприятненько. Весьма-весьма неприятненько все выходит пока что для нашей команды. Ну, говорили, да, что это карта атаки, что атака себя тут чувствует гораздо увереннее. Ну, смотрите, Фнатик чередует страты, чередует походы на разные точки. Врубим, наверное, все-таки вот Зевса. Да, Зевс выходит у нас на коридор, поднимается. Синяя часть ящика контроля, центральный вход. Зевс выходит, ловит хедшот от Гитрайта. Ну, опять нехорошее начало. Ну, такое плохо. Вялобай у команды Нави. Прилетает флешка. Сеня ловит он пару... Что творит ДСН вообще? Что творит ДСН? Я не знаю. ДСН жесткий, друзья. ДСН просто жесткий. А Сережа Старик тут где-то пацанов убивает. Где он их находит, я не знаю, но убивает. 2 в 4. Эко. Да, да. Старикс и Эдвард. Старикс и Эдвард. Не знаю, говорят, поломайте руки ДСНу. Я не знаю, я думаю, что многие из людей... Ох, там поймал, я только что слышал, как захрустела каска-то у Эдварда. И, блин, 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 5-1. 5-1, что по деньгам у Нави? По деньгам все очень уныло. Да, еще один эко у команды Нави. И Дигл берет опять-таки Старикс. Ну, не знаю. Не знаю. Говорит, карта кал. Да карта интересная, она просто не обкатанная. Она очень быстрая и динамичная. Потому что у них выход на точке достаточно быстро. Встречи первые пацанов. Да, смотрите, зажали все-таки на центральном спуске. Ребят, нужно вот повесить было только что. Отстрелить макушку этому шведу нужно. Давай. Давай, Сережа, мы в тебя верим. Там Гитрайт. Гитрайт, который любит два восклицательных знака. Я не знаю, может это... Нет, я не буду говорить, что это может это два, потому что только в голову приходит одна мысль при упоминании восклицательных знаков. 2 в 1 ситуация, остается у нас один Эдвард, 47 хелсов. Да, ищет он автомат какой-нибудь себе поудобней. Хорошо. Так, и 5-1, но я думаю, что сейчас... Нет, я не пошляк, вы чего? Я думаю, что все-таки да, сейчас очередной раунд идет в пользу команды Нави. И нужно будет сейчас им подсобраться. У них только что был эко, так что сейчас уже, скорее всего, да, понятно, второе эко подряд. Понятно, что сейчас будет оружейка. Ставится в очередной раз пакет. Слушайте, вот все раунды, которые брали Нави, они практически все были взяты на пленте Б. На А они только в первом раунде, кажется, зашли. И то первый раунд взяли именно Нави. Да, была небольшая пауза только что. Не знаю, геймпендинг у нас сейчас. Видимо, небольшой какой-то перерыв. Может, у кого-то проблемы с компьютером. Я не знаю, где счет? Счета не будет. Счета не будет, товарищи. Счета не будет. И... Что? Счет вот. Счет 5-1, я вам говорю. Счет 5-1. Потому что я транслирую опять. Вот титры и все остальное сейчас на мейнстриме на Азусе. То есть там сейчас Азус люди показывают. И
Тафа, Тафа сейчас комментит Азу. Все, отжалась пауза, Эдвард уходит на сейв, бомба взрывается. Все нормально, все нормально. Ну, не то, что нормально. Нормально только то, что он засейвил девайс. Все остальное очень уныло. Очень уныло. Сейчас, Каспер, будешь сегодня комментить Quake? Сегодня, если есть Quake, я его буду комментить. Я очень хочу покомментировать Quake. Просто нереально хочу покомментировать Quake. Но я не знаю, что будет с CS. Не знаю. Если будут игры CS немножечко перенесены, то я, безусловно, безусловно включусь на Quake. Говорят, завтра. Кто говорит завтра Quake? Кто говорит сегодня Quake? Я смотрел расписание на Level Up TV, там Quake сегодня написан. А некоторые говорят, что Quake завтра. Так, так, так. Ну, что Quake UG? Я тебе напишу, отвечу лично. Ололо, Quake это величайший шутер один на один всех времен. Это с этим согласятся абсолютно все. Какой там Unreal, какой там всякие пейнкиллеры и прочее. Ладно, у нас тут Нави, Нави, Марик с АВП. Где Марик с АВП? Еще попадает Маркелов с АВП. Хорошо, есть на ящике пацан, должен был быть. Залетает, какая гранатка от Марика. Да, найс, найс. Найс, хорошо. Минус 3 от Маркелова. И там остается у нас бедолага один Гитрайт, который любит эти два восклицательных знака. И у него практически без шансов. Да, 28 хп и Эдвард его... Вот Маркелов, Маркелов тут, да, просто отличился. Два фрага с АВП хороших принял. Он просто балкон, просто отлично. И сейчас... И просто гранатка. Вот гранат, я видел, как эта моделька была, пацана, которая мелькнула там сверху на ящиках. И эта граната, которая к нему полетела. Там вообще просто жесть. Говорят, Каспер опять выспался. Да, Каспер опять выспался, и я бодр, свеж и полон энергии и сил. Да просто игра хорошая. Как бы, когда хорошая игра, я всегда выспавшийся. И даже если я мега сонный, если игра классная, то я могу тащить. Вот как я Доту там в 4 утра комментил, когда ДТС играли в Ухане. Там вообще была просто жесть. Ну вот когда они против Айонов, там просто мега заруба. Ладно, ладно, у нас сейчас будет по коридорам выходить. Ой, Тим Килл от Гетрайта, хорошо, хорошо. Зевс хоть ее не убил, но норму более-менее выполнил. Сеня не туда смотрел, Сеня один в один. Вот опять эти жуткие серии разменов. Где у нас Маркелов? Маркелов у нас на той же позиции, которой в прошлый раз. С АВП ждет этого парня на ящике, которого там нету. Греночка и... Нет, нет, греночка была не результативна. 94, 170 хп. Маркелов, Маркелов. Маркелов не дождется там ДСНа. Эдвард уже сзади подходит. Эдвард, два фрага. Остается последний. Гитрайт, 59 хп на пленте. И Эдвард минус 3. Поджал сзади Эдвард. Хорош, хорош, Эдвард, найс. Да-да-да, друзья. Фух, и счет более-менее приобретает такой более человеческий оттенок, 6-3, и у Fnatic сейчас должны будут скоро уже пойти эко. У них не идут сейчас эко только потому, что они вот, да, они ставят пакеты почти каждый раунд, и говорят, I'm Unreal, говорят люди у Эдварда, судя по всему, конечно, конечно, друзья. Говорят, у меня стрим повис, да, ну, повис, значит, повис стрим, значит, не судьба. Просто не судьба. Так, Карн принимает в центре двух наших ребят. И так, Маркелов, Маркелов ждет. Там нет никого. Идите на Б, идите на Б. На Б один Старикс. Я понимаю, что Сережа жесткий на Б, но это не даст 2. Тут выход очень широкий. Тут особо не затопишь. И нужно как-то перетягиваться скорее уже на точку Б. Да уж, да уж, там 4 пацана, еще и 5 уже спешит, залетает первая флешка, Старик сразу же кричит, у меня много, ребята, у меня много, сразу же все спешат к нему на помощь, должны, по крайней мере, это делать, минус делает Карн, Старик, сах, почти, Гитрайта убивает, чуть-чуть его не хватило, что-то или проскочило шелки, или пока что непонятно, 1 в 3, ну, Зевс, нужно уходить скорее на сейв. Окно, да, его прошили через ящик немного, сбрили ему 15 хп. И, да, сколько тут? 16, 57, ну, 99. Да, 99, там 57. Это, конечно, не айс. Не айс. И Зевс вынужден уходить на сейв. Так, ну. Опять жалуется на карту. Спрашивает. Неправильно спрашивает. Не it is first map, а is it first map. При вопросе вот эти два слова меняются местами. И всегда эти два слова, в отличие от утвердительного предложения, меняются местами. Это я так, на будущее. Просто я недавно смотрел мувик, вроде бы хороший мувик, но вот меня так бесят грамматические ошибки в хороших мувиках. Ну, как будто было лень посмотреть и написать правильно, или спросить у кого-то, кто шарит. Это действительно глупо.
Так, счет 7-3. Счет 7-3. Говорят, Тафа на Азусе. Да-да-да, это понятное дело. И вот теперь вдвоем уже играют на точке Б. Эдвард там уже есть. Тарикс и Эдвард. Ну вот теперь уже могут зажечь. Могут зажечь, ребятки. Залетает граната, хороший эр-хедшот от Эдварда. Сразу же кричит, что у меня там много. Старикс уже, да, готов принимать пацанов. Опять занимает свою эту же позицию, которая в прошлый раз. Нужно уходить, нужно менять. Хорошо, забирает, хотя бы успевает одного. Но сразу же минус 3 от команды Fnatic. И Сеня в одиночестве остается против трой. Хороший хедшот от Сени, не дает поставить пакет. Ё-моё, блин, я просто ору как резно, я не знаю, надо будет сейчас закрыть дверь, потому что мои крики, наверное, сейчас на всю, на весь офис раздаются. Сеня много-много получил, Сеня, и гранату тоже получил, Сеня. Сейчас я быстренько прикрою дверь и вернусь. Так, все, я снова здесь. Я снова с вами. Счет 8-3. Нави пока что проигрывают. Нет, я вас не кинул. И эко-раунд у Нави. Да, эко-раунд у Нави. И сейчас будет встреча. ДСН сейчас будет встречать пацанов. Где он, наш ДСН? Вот он, наш ДСН. Да, я двери запилил. Да, это вторая карта. Первую Нави выиграли. ДСН забирает Сеню. 74 хп. И Сеня наставляет шведскому игроку, там уже Гитрайт. Вот, Гитрайт в коврах, опять вот, Гитрайт играет по дефолту, наверное, в коврах. Зарплаты не было, друзья, не было зарплаты, к сожалению, пока что. Думаю, когда-то она будет. Надеюсь, что когда-то она будет. Ой, Эдвард, посмотрите, что там только что сотворил Эдвард. Зажимает его с двух сторон, просто не понимал, кого бы еще убить, но надо было, наверное, все-таки пострелять, вот. Так, 12-0 играет Cypher Cooler. Да уж. Да, говорят, и не будет никогда зарплаты. И еду не дают. И еду не дают. Вы представляете? Кошмар просто. Не кормят, зарплату не дают. Ужас, ужас. Так, ладно. Маркелов. Надо посмотреть за Маркеловым. Где наш Марик? Марик, вот он. Марик с АВП. Надеюсь, это не муха. О, хорошо! Маркелов первый минус. Вот Карн, да, поплатился за свою такую любопытство, за свое такое. Эдвард заменяет Старикса на точке Б, но не помогает это. Ну, видимо, надо занимать какие-то другие позиции, потому что неудобно снизу вверх стрелять. Просто неудобно. У пацана, который сверху, у него позиционная игра гораздо лучше, и какой бы ни было им. Ну, это как на Дасте втором снизу принимать точку А. Вот с респа как выбегать, как парапет отстреливать. То есть абсолютно не... перспективная позиция. Зев тем временем приходит к... я даже не знаю, как назвать эти все точки. Да, врывается, забирает. Тут Гукс, 45 хелсов. Гукс, Гитрайт и Форест остаются. Форест у нас в коврах. Минус Сеня. Ох, хорошо, Старик сострелит, но Старик остается в одиночестве. В гордом одиночестве. 82 хитпоинта и уходит на сейв. Так. Что-то еще... Ох, хорошо. На отступлении забирает Сереж Гитрайта. И тем самым и девайс засейвил, и мораль себе немного поднял. Ну, по морали сейчас все должно быть достаточно плохо. 10-3. Ну, 10-5. Нужно 10-5. Потому что сейчас счет не самый радужный, яркий. И яркий для команды Fnatic, в первую очередь. И... фух. Тут, боже, тут сразу обсуждение. Кто же все-таки лучше, Тафа или Каспер? Я думаю, что каждый хорош по-своему. Один в одном, другой в другом. И это как бы... я думаю, тут такого... нет вот объективной, нормальной точки зрения у человеков. Ладно. Сеня. Сеня 100 хп принимает центральный вход. Буду называть его центральный вход. И... вот сейчас как на... право, сейчас справа будут выходить, сейчас будут выходить с коридоров. Ой-ой-ой, как там много народа. Там три. Нет, два пацана в коридорах, два сейчас будут через центр. Тут Сеня, Марик, с чем у нас? Маркелов! Маркелов с девайсом. Маркелов без АВП, к сожалению. Вилат, да, в плане скороговорства Вилат вообще просто великолепен. Ну, посмотрите, два минуса от команды Fnatic, а Маркелов даже еще пацана толком не увидел. Ох, хорошо, забирает Фореста. Тем не менее, забирает Фореста весьма неплохо. Залетает, опять-таки, много флешей, много всего. Ну, 4 в 3, да, вот таб я быстренько показал. Фокус, вов. Ну, блин, пора бы уже... я не знаю, все, уходят на сейв, что ли? Неужели опять уходят на сейв?
Нет, Старикс что-то быкует. Быкует, причем весьма жестко быкует Старикс. 2 в 2, ведь можно брать. Слушайте, да, заходит Сережа, Старикс. Эдвард тоже же прибежал с респа, обошел. Гукс, Старикс 1 в 2 остается. Блин, и видит же, знает, где находятся оба врага. Но ситуация, ну, настолько невыгодная, ну, абсолютно невыгодная. Потому что, ну, позиция плохая, врага 2. Они просто могут тупо выйти в два ствола и затопить. Это, ну, так должно пропереть, чтобы... Так, говорят, что за фигня, 4 стрима, 1 DreamHack. Я не знаю, а что, там тоже... Нет, там Asus, по идее, на первом, на втором. Так, ладно. У меня какая-то фигня с ухом. У меня правое ухо как-то фигово слышит, я не заложила. Что такое? Саша мне там кивает. Ну, ладно, ладно. 11-3, да, и счет не самый, не самый приятный. Так, мне опять тут... Говорит, Афа стримит на Вифнате, говорят. Это жесть, друзья. Да, ну вот, смотрите-ка. 4 стрима и 1 DreamHack. Теперь я понял, что это означает. Зевс у нас в коридоре. В коридоре Зевс. И передаю привет себе. Да, вот себе я тоже передаю привет. 11-3, не айс. Фнатик до Мираж готовили специально. Может быть, но по крайней мере сейчас они используют сильные стороны этой карты вот просто максимально хорошо. Нави просто не могут позиционно нормально занять дефенс. Вот в чем самая главная проблема. У них позиция не самая хорошая, просто еще не обкатанная карта. И непонятно, где будет находиться, где точнее удобнее находиться. Зевс должен подловить же, ну как? Зевс не убивает пацана, погибает Зевс. Маркелов там только где-то отстрелил. Вот нужно хорошо. Минус 2 от Марика. 2 в 3. В меньшинстве команда Нави. Марик тупи, тупи, тупи. Нет, не добивает. Чуть-чуть не добивает пацанчика. И нет, Гетрайт забирает и Старикса, и Марика. И 12-3. Просто провальный счет для команды Нави. Но, может быть, они в атаке окажутся очень жесткими. Третья мапа пока еще неизвестна, какая будет. Это все будет у нас в дальнейшем. Известно, я думаю, более четко, понятно и ясно. Ну, так, ладно. Да ну, Fnatic всегда от скилла играют. Ну, может быть и не от скилла, потому что у них тимплей тоже достаточно неплохой. Всякие там проскиды и прочее, тайминг хороший у команды Fnatic. Ну, конечно же, да, персональный скилл у них тоже весьма-весьма неплох. В первую очередь там Forest, да, жуткий там AIM, DSN, четкий АВП, там, ну, Карн, Гукс, да, они тоже, бывает, отличаются. Гукс, наверное, все-таки чаще, да, и команда тоже весь, да, говорят, третья map Train, говорят мне. Говорят, третья map Train. Говорят, на первом стриме тоже Каспер, но только Сай. Ха-ха, вот так даже говорят. Я понял, да, в чем дело. Я еще и на... Я, короче, везде. Я заполонил киберарену. Вот, я на всех четырех стримах. Да я так и понял. Ну что, сейчас поменялись команды сторонами и ждем второй половины. 12-3 это просто провал. Ну, просто, вот, действительно, я наблюдал за... Я наблюдал просто за командой Na'Vi, то, как они занимали позиции на Б. Они не знают, как там сидеть. Это видно, что... Они просто сидят, то есть вот они, вот я могу отсюда принять. Он сел, вышли, его убили, потому что снизу принимать этот балкон, ну, абсолютно бесперспективно. Да, я там вообще, я не знаю, теровская карта, как мне тут уже, да, еще тут Тафа пришел, подтвердил. Да, вот только что заходил Тафа в гости, сказал, что он тоже тут поддерживает мою точку зрения по поводу того, что Na'Vi не знают, как занимать точки, не знают, как дефить. Ну, а с А вроде бы все понятно. На А, ну да, там три выхода, но как бы выход тот самый-самый слева, который из центра карты, он, ну, не особо в счет, им редко пользуются разные команды. А вот центр плюс коридор, да, вот, ну, центральный выход плюс коридор, там уже, да, как бы, там уже другие расклады. Не знаю, надо будет поучить точки, как называется, потому что реально как-то напряжно. Говорят, ты на всех каналах, Тафы нет. Ну да, все, это я уже разобрался. С этим я уже тоже разобрался. Когда же у нас все-таки будут рестарты? Трейн за Na'Vi. Слушайте, я не уверен, что Трейн за Na'Vi после вчерашней игры против Путы, когда они 16-14 сыграли с Путой. Это ведь не Fnatic даже. Я не знаю, что будет против команды Fnatic. Это будет жестко.
Да, вот мне тоже тут подтверждают. Я просто сижу, у меня внизу мирки кусочек видно, и я Каспер GUI Default. GUI Default, у меня хат просто переписанный. Это просто то пута. Ну, может быть, да, пута. Ну, там кто отличался серьезно вчера? Я не знаю, Карриган хорошо тащил. Да, Карриган, наверное, все-таки хорошо тащил. И Базун тоже иногда бывало отличался. Так. Ну, когда же у нас будут рестарты? Слушайте, друзья, время же у нас не резиновое. Время не резиновое. Сеня сказал, я остаюсь во Фнатиках, сказал Сеня. Вчера была такая ситуация Блин, я не помню, как зовут этого парня. Там из четырех букв короткий такой никнейм, но не помню. Тупо не помню. Ну, ладно, не суть. Говорят, Трейн еще и на Веме проиграли. Да, обе карты, которые проиграли Нави, это были поезда. Так что, вот, наверное, именно с времен Вема вот такая ситуация пошла нехорошая, точнее, тенденция. Да, Були мне напомнили. Да, Були отказывался переходить за свою команду вчера. Да. Так, кто там? Что тут пишет, сколько можно? Что тут пишет, сколько можно? Объясните что-нибудь. Кто-то объясните, что такое дефолт. Дефолт с английского языка обычный, стандартный. И так далее. То есть это обычный. Южноукраинску передаю привет. Мне собаку так и не добавили. Вила, дай мне собаку. Я Каспер РР. Дай мне собаку. Я хочу собаку. Хочу банить спамеров. Хочу их просто карать. Карать жестко. И так, что туда? Фомич, без проблем. Мне привет не жалко. И Львову тоже привет. Хад, чего тогда счет ТКТ? Понимаете, разница между GUI и HUD? HUD это вот это то, что вы видите, визуальное оформление. Все остальное у меня абсолютно такое же, как и у вас. Просто абсолютно. Это только в спектаторском режиме у меня вот такая вот ересь. У меня только время и только никнейм видно. И полосочка черная только внизу. Так. Все остальное у меня точно такое же, как и у обычных, у простых смертных. Говорят, позови Вилата к себе. Вилат, если ты меня слышишь, если у тебя есть желание, настроение, хотя нет, вряд ли, у меня, я не с этого, да, у меня, прошу прощения, Вилат, не получится постримить вдвоем, потому что я сижу с Эксплита, и два микрофона сюда тупо не втыкнуть, просто не втыкнуть. Тут один только выход в звуковухе. Каспер, ты Вилата видишь в мирке? Ну да, вон он, ДТС Вилат. Где стрим Азус, Каспер? Ну не знаю, может быть там на Азусе какой-то перерыв или что-то, не знаю, не особо интересное. Эмки с Ровного, привет. Да. Ой, икнул вообще, просто не в тему икнул. Дайте мне рестарты, товарищи. Ой, да что ты будешь делать? Будьте на один микрофон вдвоем. Да тут я с гарнитурой сижу, я не с обычного... Ну, вот этого студийного микрофончика, поэтому с гарнитурой будет не очень удобно две морды пихать в одни наушники. Так. Фух, ладно. Нет, в Мирку я уходить не буду, я буду вот сидеть чисто в игре. Как ты думаешь, Зевс откусит ухо Форесту? Ну, не знаю, Зевс не Майк Тайсон, но я думаю, что может и откусить, если будет достаточно зол. Говорят, зато нам будет весело. Ну, что весело, да, это... Я не спорю. Ну, болеешь на Азусе. За Лекса. Я болею за Лекса. Так. Говорят, икай. Нет, не хочу я икать. Говорит, Зевс круче Тайсона. Не исключено. Коту тоже привет. Ну, что ты будешь делать? Ну, блин. Согласно статистике, опубликованной на сайте Navigaming. А, блин, не успел дочитать. Не успел. Не успел почитать. Лекс не откусит ухо Форесту, это точно. Ага, в официальных вы сыграли 16 карт. Еще раз напиши. Каждая из команд взяла по 8. Все, в три захода я дочитал все, что написали, потому что жуткий спам. Я вот в эту маленькую щель успел, да, успел все прочитать. Получается, по личным встречам из 16 игр счет 8-8. Вот так вот. И... Блин, это на самом деле весьма интригующе, потому что нету вот четкой какой-то доминации одной команды на другой, и поэтому, поэтому все будет очень интересно, я думаю, и в этом матче. Думаю, что будет, скорее всего, третья карта, а на поездах черт его знает, что ожидать от Нави. Вроде бы считается это самая, ну как считалось, самая сильная карта, а сейчас просто, просто, ну я думаю, вы понимаете, что я хочу сказать. Просто провал.
Так, нет, я этого не делал. Что говорят, если пропрет? Ну, если пропрет, то тогда стрим завис. Нет, стрим не завис. Привет всем. Блин, не успел прочитать. СК сейчас самый сильный на трене. Ну, поляки FX тоже достаточно неплохо шмаляют. Монтер 1. Нет, я еще раз повторяю, я не занимался этим делом. Я как бы весьма люблю больше с натуральным объектом иметь дела. Так. Что тут у нас? Звука нету. Где звука нету? Да есть звук, что вы меня обманываете. Вот. Да, я вижу, вижу, что уже игра идет, уже все, пошли наконец-таки рестарты. И Na'Vi решили повторить ход команды Fnatic. Ход команды Fnatic, выйти на Б. Ну, Карн просто практически... Вот смотрите, Fnatic знают, как играть. Карн просто принял, ну, не то чтобы принял, он увидел пацанов и отошел. Просто отошел. Размен один в один, Сарик ставит пакет, гидрает, гидрает. Ну, Зевс хорошо, вовремя позиционно переиграл. Марик с балкона, ДСН. ДСН давит, давит, Старик, нужно убивать. Нет, это был Гукс, но... Ладно, пофиг, пофиг на это. Гукс тут пытается разобраться на два фронта, но просто с двух сторон Зевс с тиммейтом заплевали Гукса. Все, нормальненько. Так, что у нас здесь? 1-0. 1-0 у нас счет. И Na'Vi взяли пистолетку. Слава богу, что хоть пистолетку взяли, потому что я бы не выдержал фастгейм от, ну, в таком матче. И да, все радуются, что пистолетка наша и прочее. Я не знаю, организует ли Тафа тест сетевой карты. Как только она к нам попадет, я думаю, мы организуем. Просто у нас ее тут еще нет. Ну понятно, эко-раунд от команды Fnatic. Выход просто вот в центр. И ну, пока что им дисперсивно. Вот Старик, Старик, где Старик? Марик тут нормально тоже раздает. Эдвард с Мариком сделали еще по одному фрагу. Ну, там остается у нас кто там? Последний у нас был. Да, Гетрайт. Гетрайт, который тоже живет достаточно недолго. 2-0. И сейчас будут ли Fnatic закупаться или все-таки все-таки будут играть надежно? Не знаю. Судя по всему, да, ребята решили сыграть более надежно. Стараются они как-то вот действительно не нафейлить, потому что понимают, что противник достаточно серьезный. И да, тупо надо на фейли ловить. Конечно, конечно. Вот, смотрите, Гукс хорошо вышел, вроде бы отхватил, но он, кажется, и хэдшот тоже нашему кому-то повесил. 100-100-100-187. Нет, все нормально. Там чуть-чуть. Немножко. Говорят, Гукс чит, бан ему. Да, нет, нет. И все, и опять выходят на Б. Ну вот, Na'Vi, кажется, тоже догнали, что Б точка достаточно сложная для принятия. Но да и выбивать ее тоже не очень приятно. Вот в этом как бы вся соль и заключается, в том, что точка весьма открыта, и если ее как бы и занять, просто занять можно ее сверху. Вот сверху полная доминация из-за того, что очень широкий балкон, и можно просто нормально мансовать, тут там бегать, бродить, контроли там право, лево, центр, все выходы и так далее. Ну, блин, вот я думаю, вы понимаете, о чем я хочу сказать, потому что если занять верх балкон, то контролируя точку Б очень становится гораздо проще, что, в принципе, сейчас и доказывают Fnatic, и Na'Vi, 3-0 становится счет, и что? Первый девайс, первый оружейный раунд для команды Fnatic, Fnatic, как говорят буржики. Буржуйские стримеры на ESL TV, ну, не только на ESL TV, хотя это не будет, как говорить. Или Джо. Так, пишу Тафа куку. А, Тафа зашел в мирку. Да, привет, Тафа. Привет, Тафа. И куда решают все-таки выйти Na'Vi? Ну, Na'Vi вдвоем у нас где? В коридоре. В коридоре. Но это значит, что будет выход на А. Да, это будет выход на точку А. Тут Гук сейчас будет... Кажется, Гук догадывается, что могут выходить с центра. Вот, да-да-да. И должны же его убивать, ну сзади, сзади, хорошо, хорошо, Эдвард, на планте остаются два парня, Форест, нельзя попадать в каску нашим, но нет, Форест с Карном сделали по фрагу, Гитрайт на планте, втроем, Na'Vi зажимает, адский зажим просто от Фореста, Зев, зачем по лестнице, ну, по лестнице, ну, абсолютно, ну, не айс, ну, и последний Старик, Старик, Сережа, 1-4, 1-4, ну, да уж, блин, неприятно. Нет, это еще не ГГ, это есть еще шанс у команды Na'Vi, но все равно все достаточно паскудно. По лестнице спускаться, ну вообще не торт. Эх, не поставил.
Старикс хедшот второму оппоненту. И счет 13, ё-моё, 13-6 счет. И всего лишь каких-то 3 раунда осталось взять вот команде Fnatic, команде из Швеции, команде, наверное, самой титулованной вот за последние там года полтора, ну за 2 года. Вот последний год, конечно, да, Na'Vi тащат по полной программе. То есть вот до Na'Vi самая титулованная была команда Fnatic, и вот именно с дуэли Na'Vi Fnatic в финале Intel Extreme Masters сезона 4 в мировом финале, вот именно оттуда началось это извечное просто противостояние этих двух грандов. Ну и, как я уже говорил, да, как мне уже подсказывали, что по результатам личных встреч счет пока 8-8. Так, Гукс. Гукс опять сидит тут в ангаре. Да, хорошо, забирает его Эдвард. Эдвард уже, кажется, прохавал, где сидит Гукс. Гукс и Форест издалека. Гетрайт. Вот он, Гетрайт, хорошо. Вот это уже хорошее начало. Нужно выбивать точку. Остается у нас там... Гукс, который был в пленте, и ДСН. Да, вот Гукс все-таки... Нет, Форест, да, это был. И ДСН у нас вот последний на точке Б, который тупо не успел никуда прибежать. Вот я не знаю... Блин, да и занять вот балкон дефенсу не самая простая задача, потому что выход, ну, просто огромный. Огромный, и не знаю... Ох, Фазума попадает в ляжку Марику ДСН. Я не знаю просто, как тут в атаке с АВП. Я думаю, не очень будет. В дефенсе, конечно, с АВП тут играть гораздо приятней. И да, увидел ДСН, промахивается. Остается у него 21 хитпоинт. И... Ох, ё-моё, что ставит ДСН? Вот 3 хороших минуса от ДСНа. Но, тем не менее, Na'Vi берут раунд. Бомба взрывается. Счет становится 4-1. Это значит, что общий счет уже 7-13. Разница в 6 раундов. Ну, играбельная разница, но надо очень сильно поднапрячься украинской команде для того, чтобы затащить вот эту всю ересь. Так. Гукс. Где наш Гукс? Вот он, наш Гукс. Пропрыгивает Гукс. Ну, эко-раунд у Fnatic. Это уже приятно. Это значит, что разница в раундах должна еще будет, по идее, сократиться ненамного. Проскакивает Ашил ТВ, да, вот, и сразу же просто 5 минусов от Na'Vi. Кажется, вообще, да, без потерь закончился этот раунд для украинской команды. И все хорошо, все хорошо. Счет у нас 13-8, 13-8 счет. И всего ничего осталось для того, чтобы вот сократить этот полный разрыв, вот большой этот пятираундовый разрыв. Так, Гетрайт. Нет, Гетрайт не идет на пакет. Очередной, что ли, эко у... Нету эко. Девайс просто тут как-то Карн. Карн с пистолетом. Что это Карн с пистолетом? Марик с АВП. Ну вот, Марик выбрал самое большое открытое пространство и пошел туда с АВП стоять. Авось кто-то выйдет. Ну, сюда обычно редко выходят. И выходить сюда не надо, разве что у вас вот будет АВП, да. Это единственный вариант. Потому что тут стреляться не есть гуд. Как бы и смысла особого нету тут стреляться, потому что, нет, инфа это все круто и так далее. Так, ладно, но все равно позиция не самая, точнее, площадь не самая такая стрелябельная. Так, ну понятно, там уже Зевс у нас готовится выходить по коридорам с балкона. Тут у нас Карн сидит под ним, и я вот, честно говоря, опасаюсь, потому что вечно проблемы вот с этим Карном. Да, первый минус от Зевса, хорошо. Ну, сейчас должны уже падает на пакет Зевс, вот теперь хорошо. Никакой лестницы, все нормально, все грамотно. Маркелов с АВП, знает, что пацан находится где-то у себя в респе. Забирают одного за другим шведов. Давят, ДСН, 99 хилсов, Савиком промахивается. Хорошо, еще промахивается, еще лучше. Попадает, негодяй ДСН, 1 в 3, ставится пакет. Тут уже в ухо его топил Зевс, ну... Я бы не простил команде Na'Vi, если бы они его сейчас не убили, потому что ДСН достаточно опасный персонаж. Но, тем не менее, 6-й раунд за командой Na'Vi. Да ладно, мы уже помним, как ДСН попадает с 3-го раза, когда он по минус 4 наших складировал, причем не на эко-раундах, а на девайсах, на нормальных раундах. И это действительно жестко, товарищи. Так, ладно. Счет...
Счет у нас 9, уже 9, уже 13-9, уже всего лишь 4 раунда осталось. Гукс, Гукса надо включать, Гукс поджал, поджал и забрал Сеню. Сеня, видимо, не ожидал такого четкого поджима от Гукса. Но понятное дело, что и Гукс там нормально настрелял. Еще Форест врывается с USP. АВП Маркелов, да что ты творишь? Ну, парень, ну как так? 84 хп у Фореста и у Марика там вообще 44. Ну, не знаю, не знаю, это жестко. Че 13-10? Что 13-10, если 12-3? 13-9, не надо меня путать, да-да-да. Ситуация 2 в 2, смотрите, покрали ли автоматы в Фнатике? Нет, Фореста нету. У Гитрайта есть, Гитрайт все-таки крадун, завалил автомат у одного из наших ребят. И Зевс и Марик, Зевс соточный, Марик 44, да-да-да, ну... Не знаю. Ну, радует только то, что у Фореста нету девайса, и поэтому зайти на точку Б будет сразу же на порядок приятнее. Так, так, так. Нет, все-таки решают выйти на А. Да, на А идет смещение. Ну что ж, тогда включаем Гитрайта. Думаю, со временем мы это сделаем. Как только вот наши подойдут немножечко поближе. Гитрайт вот, Гитрайт просто вот сидит сейчас а-ля Карн. Карн просто точно на этой же позиции всегда сидит. Да, спалились, все, сейчас должен Форест просто на ноге бежать. Да, Форест бежит на ноге сейчас на точку А. А Гитрайт, Гитрайт делает первый минус. И второй хедшот от Гитрайта. Боже, что он поставил Зевсу. Зевс, бедолага, просто даже спрыгнуть не успел. Да, Черновцам привет от Текена. А тут у нас был провал. 14-й раунд для Фнатик. Не знаю, лично... Ну, нам сейчас, конечно, легко говорить, что, мол, да, надо было идти на Б, мы пошли на Б. Но я бы тоже пошел бы на Б. Не знаю, мне как-то там поспокойнее. Тут принять эту точку на порядок легче, чем Б. На порядок. Так, теперь дефолт от команды Na'Vi. Na'Vi играют просто обычно. Там поджим был центра, забрал Гукс Маркелова. Маркелов полег. И сейчас будут выходить из... Вот буду назвать ее арка. Вот, буду выходить на, назвать выход на А, вот, который вот, вот этот. Буду назвать арка, точно. ДСН еще забирает Старикса. Ну, все, понеслась. Понеслась, говорят, Язус на стриме. Нету Азуса на стриме, есть я. Есть я, и пока что есть Na'Vi и Fnatic, и, судя по всему, будет еще и третья мапа, которая... Будет трейн, на которой, я думаю, мы еще не раз с вами понервничаем. И победитель этой пары выйдет на победителя пары Frag Executors и что-то там французы, кажется, какие-то. Ну, не помню точно. Ну, короче, на Frag Executors, скорее всего, выйдет победитель этой пары. И да, все, выходят сейчас на точку А и принимают их. Хотя нет, смотрите, Сеня выжил, но нет, ДСН его просто отстрелил. Ему височную область головы. Ну, хотя, не знаю, засчитала в пузо. Так, говорят, ДСН, не редиска. Да, Electronic Sahara, говорят. Вот, да, называется та команда. Все, спасибо. Спасибо за информацию. 6-3. 15-й раунд для Fnatic. Вы понимаете, 15-й раунд для Fnatic. Это не есть good. Это значит, что вскоре мы увидим... Третью карту. Подсадка от Fnatic на ковры. Вы посмотрите. Вот очень интересно. Ой, спалил Маркелов. Точнее, ДСН спалил Марика. Но Марик, видимо, ожидал такой выход от ДСНа. Блин, я не знаю. Вот вроде бы и не играли эту карту. Но вот уже очень быстро как-то приспосабливаются Na'Vi. Да, хорошо. Хорошее начало. Ох, как там Карн увидел просто кучу макушек. И отстрелил ведь одну. Ну, Карна, видимо, судя по всему, не заметили. Карн в воздухе простреливал Старикса. Старик, сколько там у него вообще хоть осталось? Старик, 16 хилсов. Еще минус 10 от Зевса. И теперь Форест с Гуксом. Гукс заходил Зига. И нельзя убивать. Нельзя убивать Гукс. Гукс нехороший. Я знаю, что он хочет завалить нашего парня. Тут Зевс все время перестреливается с Форестом. И остается последний Гукс. Гукс до сих пор соточный. И очень нехорошо все пока получается для Na'Vi. Хотя 1 в 3, но все равно Гукс тут, я не знаю. Он один просто а-ля Рэмбо Стайл. И одного успевает пострелять, и другого. Минус Сеня, который был бит. И минус Маркелов с АВП. И 100 хп у Гукса. 58 Зевс. 3 хп Гукс. Нужно. Давай, Данила, тащи. И Гукс, какой потрясающий хедшот от Гукса. Боже мой, это ГГ, друзья. Третья карта. Что Гукс творит? Просто жесть. Боже, это просто провал. Так, я просто слушал, я, оказывается, еще и на проекторе. Так, ладно, я останавливаю запись и... Да.